Всем привет, друзья, с вами Грегор, и это 24-я серия второго сезона проекта «Город в Майнкрафте». В этом выпуске у нас будет школа номер 3, автомойка, кинотеатр и магазин. Первое обновление это школа номер 3. В принципе, это ничего не по интерьеру, это ничего не отличается от предыдущей второй школы, но единственное отличие это окраска зданий. Здания и крыши. Крыша покрашена, сделана из голубой керамики, а стены из синей керамики. А так внутри все то же самое, тот же спортзал, столовые, кабинеты и так далее. Следующее обновление это вот такая вот автомойка, первая в городе, тем более. Располагается она на улице Салютная. Кстати, да, я недавно переименовал улицу Отрадную в Салютную. Если чё. Вот такая вот выглядит. Автомойка такая вот, причем не заскакивает, небольшая. Тут надпись автомойка, дальше адрес Салютная, дом 6. Внутри тут у нас такое вот просторное помещение. Тут у нас специальный аппарат, который моет машину. Тут у нас полочка, где могут лежать инструменты для этого аппарата. Точнее, то есть различные моющие средства для машин и так далее. Даже такая большая стенка, то есть дверь для того, чтобы машина могла заезжать. В принципе, такая вот мойка, друзья. Точнее, автомойка. Ну, мойка для машин, как я говорю. Следующее, друзья, обновление. Это уже находится на другом кольце, на другом конце Партизанской улицы. То есть, вот уже появился впервые в Алисатовский кинотеатр. Кинотеатр называется «Россия». То есть я решил назвать именно «Россия», поскольку в Челябинске в 60-е годы 20-го столетия появился кинотеатр, получивший название «Россия». Сейчас, сейчас его, к сожалению, уже не стало с нами. То есть во второй половине 2010-х годов. Причина стала в том, что холдинг, который называется «Мегаполис», перестал обслуживать его, потому что стало невыгодно. Сейчас на месте кинотеатра России в Челябинске находится конфискат. То есть магазин одежды. Так вот, я решил, можно сказать, восполнить этот пробел и, можно сказать, добавить частичку старого Челябинска в АСС, друзья. Ведь это, то есть, да. АСС, что-то должен напоминать Челябинск. Это в основном по улице, по названию улиц, объектам. Которые именуются так же, как и раньше назывались. То есть это, то есть у Айсасовска, как бы, челябинские корни, друзья. Челябинские. Кстати, продлил дорогу, то есть продлил улицу Советской Армии. Тут даже, возможно, и, как я говорил ранее, здесь, на северо-западе города, я, возможно, сделаю, поселок. Также добавил остановочные пункты. Тут у нас такие вот остановки. Зеленое стекло, зеленый бетон и кварцевые плиты. Здесь остановка кинотеатр «Россия». Так вот, тут флаг России сделан из разноцветных стекол. Дальше встречает вывеска кинотеатр «Россия». Вот. Кстати, да, я хотел сделать вывеску, то есть добавить надпись, но надпись вышла слишком большой, поэтому не влез, к сожалению. Тут у нас такая вот кондитерская, где можно купить что-нибудь в кино. Тут у нас касса, где можно билеты взять. Внутри вот так вот. Тут у нас просто сиденья и два выхода из кассы. Тут у нас красная дорожка, кстати, вот, до конца, вот. Тут у нас целых три входа в кинозал, тут у нас такие вот, сейчас даже скажу, вот этот мусорный контейнер, чтобы можно было мусорить после сеанса. Тут у нас такие вот сиденья, такие вот, в принципе, тут у нас и вот белая, кварцевые ступеньки это сиденья, деревянные ступеньки это уже лестница, ну и коричневая шерсть и такое.
Самый оптимальный ряд, то есть вот, раз, два, три, четыре. Короче, шестирядный кинозал. И самый оптимальный вариант, то есть, типа, либо третий, либо второй ряд. Если первый ряд брать, то, возможно, конечно, мешать будет. А если уже самый нижний, шестой, то, сами понимаете. В принципе, вот такой получился киносал, друзья. Идем. Следующий киносал. Следующее обновление, это уже магазин Девятка. В общем, идея, решил, можно сказать, взять ранее существовавшего, то есть ранее существовавшего в Челябинске торгового комплекса Девятка. То есть раньше в районе, в квартале, так называется, часть Ленинского района, был торговый комплекс, название назывался Девятка. Сейчас там находится Магнит. В большинстве случаев Магнит у меня в моем городе, то есть, образовываются либо на свободу, то есть могут образовываться, заменяя, можно сказать, собственные маркеты. Типа Девятка, Валентина, Проспект и так далее. В принципе, вот так вот выглядит здание. Согласитесь, здание отдаленно напоминает Пятерочку, друзья. Но это основно по окрасу здания. Зеленый ободок и все остальное, можно сказать, светло-серого бетона. Ну и такая вот вставка в здание, сказать, тоже мой стиль. Ох, да. Тут у нас встречает надпись «Магазин Девятка», режим работы с 8:00 до 22:00, вывеска в виде цифры 9, ну логично, девятка же. Тут у нас такой просторный торговый зал. Тут у нас отдел по продаже с дисками, продаже дисков, то есть DVD. Тут у нас подключаем клиент здесь. У нас типа мини-салон связи внутри магазина. Тут у нас основной отдел, относящийся к самому магазину. Тут у нас отдел с замороженными продуктами. Тут у нас может быть мясо, рыба, молочная продукция, то есть холодильников. А выше холодильников морозилка такая вот необычная. Отдел с овощами и фруктами. Дальше просто полочка с различными остальными товарами. И дальше следующий отдел, это отдел распечати, где по продаже. Здесь продаются книги, журналы и газеты. Ну, как обычно, то есть, ну, типа, что обычно продают в подобных киосках, газет, типа распечати или даже первая полоса. В принципе, то есть такой получился магазин Девятка. Это уже вторая по счету собственная в торговая сеть в городе Владисавловске. То есть первая торговая сеть, собственно, является Проспект, второй Девятка. Пока что Девятка не везде, конечно, будет, но тем не менее, друзья. Возможно, я немного, возможно, сделаю получше, то есть сделаю. То есть понатыкаю там, добавлю кассы, расположу полки с товарами и так далее. В принципе, вот такой получился выпуск, 24-й выпуск второго сезона проекта «Город в Майнкрафте». Понравилось или нет, решать вам. С вами был Грегори, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, рекомендуйте свои идеи, что еще построить в этом городе. Всем удачи, всем пока.